Йоу, дед, куда ты меня привел? Мы находимся в зале памяти воина Великой Отечественной войны. Мы были молоды, полны силы надежды. Я, приписав себе лишний год, добровольцем отправился на фронт, как сейчас помню. Ноябрь, мороз. Гости собрались за столом на солдатские проводы. А я на коньках катаюсь. Мамка ругается. Нашел время на коньках кататься. А я как чувствовал, что больше на коньки не стану. Блин, дед, что ты мне тут тираешь? Пойдем домой. Меня друзья ждут. А ты слушай, слушай. Это же история твоей страны. Ну, что? Ну, значит, отправились мы на фронт. А в тылу оставались наши братья. Младшие жены, сестры, матери. Я отвоевал 3 года. За это время было все. Подвиги и осколочное ранение в ногу. Помню случай. Нас, раненых, 10 человек. Полуторка везет нас в медсамбат. Машину останавливает молодой капитан и приказывает освободить места тяжело раненым. Машина отъехала буквально 100 метров. И в них угодил снаряд. Но помимо кровопролитных боев и военных страшных дней, были и хорошие, радостные моменты. Мы пели песни у костра, читали домашние письма и общались по душам. Я до ужаса уважал полевую кухню. Но я видел жизнь и о самом лучшем воплощении в своих детях, внуках и правнуках. Нам было нелегко, нам было сложно, но все-таки мы победили. Блин, дед, реально. Я поняла, что эта война была очень тяжелой для вас. Спасибо за мирное небо над головой. И я все-таки ты рада, что вы победили. Победили в жестоком.
славной, великой войне. Салютом сиять золотистым над нашей нарядной Москвой. Не создать английском забвением гордой головой. Враги никого не щадили, страна полыхала в огне. И все-таки мы победили в жестокой великой войне. Сегодня единым народом становится наша страна. Но с каждым промчавшимся годом дороже победы цена. Враги никого не щадили, страна полыхала в огне. И все-таки мы победили. Just talking.